не замерзла. Народ, находимся от Найбовского моста, ну, наверное, километр где-то так. Тут вот трещина, вот, и свежие следы. Лежат сапоги, лежат шапка, перчатки, поломан лед. Остальной лед, вот где трещина, он смерзшийся, а здесь поломанный. Сверху торчала веревка, вот достали санки. Вот. Похоже, рыбак утонул, есть подозрение. Если, может быть, кто-то опознает по вещам, и кто там собирался на море рыбачить. Не знаю, обратно возвращающихся я не видел. Мы сами вот только идем. По светлу пошли, чтобы не рисковать. А тут вот такая картина. И вон на воде какая-то белая пена. Не знаю, что это, но вот как-то так.